Здравствуйте, мои дорогие зрители, гости и подписчики моего канала. В этом ролике я расскажу вам, какие сорта огурцов вам точно понравятся, если вы их посадите на своем участке. Эти сорта огурцов я уже очень давно выращиваю на своем участке и снимаю ежегодно видеоролики. Как их выращивать в открытом грунте, в теплице или парнике. Эти сорта настолько урожайны, что буквально заваливают нас огурцами. Бывает, что их некуда девать. Раздаем соседям, родственникам. И на продажу остается, и заготовки на зиму делаем в большом количестве. Эти сорта мало поражаются болезнями, поэтому их легко выращивать в открытом грунте при минимальном уходе. Посеял и забыл. Они растут сами, главное вовремя их поливать. Им не нужны пчелы для опыления и теплые ночи. Завязывают плоды пучками даже в дождливую и прохладную погоду. Выдерживают затенение от высоких деревьев. Плодоносят пучками по 3-5 штук в завязи. Эти сорта очень ранние и урожайные, выносливые к неблагоприятным условиям. Подходят для любых почв, даже бедных, песчаных. Огурчики ровные, плотные, все как один на подбор. Идеально подходят для консервации на зиму и потребления в свежем виде. Долго хранятся и не горчат при еде. Все родственники и знакомые, кто посадил эти сорта, остались очень довольны. И теперь сами не знают, куда девать столько огурцов. Не успевают перерабатывать урожай. На рынке продают. Вот эти сорта. Записывайте и не забудьте поставить лайк под видео. Форсаж, Кураж, Атос. Всем большое спасибо за просмотр. Хороших вам урожаев.